Так, всем привет. Знаете, что хотел рассказать? Важную штуку. Короче, мне на днях написал Уильям Бруно и говорит: «Йоу, Дэн, здорово, все дела, давайте это, пересечемся, познакомимся». Я говорю: «О, мы как раз хотели приехать в твой город, в Петербург, заехать, очень хотим заехать в Петербург, надеюсь, у нас на днях это получится». Он говорит: «А я скоро буду в Москве». И он сегодня с Алиной будет в Москве. На данный момент, ну, мне кажется, топ-1 для Васи. То есть Влад сейчас чуть-чуть переметнулся на полтора места. То есть есть один, есть два. Вот Влад. Ну, они такие с Вильямом Бруно все время друг друга сталкиваются. Впереди стало первое место внимания. И они, по идее, должны через 2 часа приехать с Алиной вместе. И я и Васе не говорю. Мне так интересно, какая у него будет реакция. Кто там в 90-х родился? Вот, кстати, там, не знаю, какой-нибудь Сергей Супонев к вам приходит в гости. И вы такие: «Что, меня джунгли зовут? Что начинается?» Ну или если вам сейчас лет 25, то 10 лет назад что было? Прикиньте, к вам в гости приходит 3 ребят из «Мне нравится». Ну, я вообще не рассказываю, потому что, чтобы не было как с Кобяковым, помните? Когда мы такие: «Да, все, скоро в гости придет», а там потом что-то дела, работа, и он не смог прийти, и... Ну, а Вася потом ходила такая, типа: «А чего, когда Кобяков? И это так грустно было. Вот. Так что молчим и ждем. Так, пока мы ждем гостей, мы решили что сделать? Друзья, короче, еще хотел сказать спасибо большое за то, что вы под влогом, про то, что я выиграл, написали очень много добрых комментариев. Заметил, что вообще к идее влоги делать 6-1, 6 влогов через 1, вы отнеслись с еще большим пониманием, чем даже я. Помогай. Мы застряли. Уходим. Блин, снимать влог, когда я решил пойти, это просто топ идея. Ура, мы справились, собрали. Короче, в общем, вы многие написали, что даже, ну, типа, делай видосы там через 2-3 дня. Каждые 2-3 дня делаю видосы. И я такой: «Блин, вот это реально самый адекватный график». Просто для меня 7 дней влогов было, это была история про что? Про то, что я, ну, как растрясти себя после этого срыва нервного. То есть, когда вот это был февраль, все таки типа заступрились, и я тоже заступился, я хотел себя вытрясти из этого состояния. Я вытряс и дотрёсся до выгорания. Думаю, что эта неделя вот пройдет, и после нее я буду еще сокращать, чтобы и вы не потеряли меня сразу же, и чтобы алгоритмы YouTube не сказали: «О, кажется, Дэна перестали смотреть, не будем его больше рекомендовать». В общем, друзья, спасибо вам большое за то, что вы так это с пониманием отнеслись и посоветовали делать меньше. Я думал, что многие скажут: «Блин, ну как мы теперь будем, А? Вась, какую машину хотела бы? Вот такую синюю? Или вот такую желтую? Гелик! Гелик тоже неплохо. Ну вот, видите, я как знал. Вот как чувствовал, вообще, как чувствовал. Блин, интересно, получится ли пересечь, нет? Потому что мне Бруно написал сейчас, у него там произошел форс-мажор. Там... Не буду рассказывать, потому что это должно быть конфиденциально, наверное. Вот. В общем, форс-мажор. Но вот я как такой... Хорошо, что это еще с Васиком, мне кажется, вообще просто простроился. Непонятно, сможем ли мы увидеться сегодня или нет. Жду новостей от него. Ну, вот такая ситуация. Что? Надо как и на ногах красить ногти. Красить ногти? Обожаю, конечно же, давай, суперски. Вот это наконец-то я дождался, ура. Помаду. Не, помаду не надо. Давай. Не надо, пожалуйста, Вась. Ты снимаешь? Я снимаю, да, но я не хочу. Давай. А4 вышел выпуск, где Глент был Густавом, по-моему, который в кинотеатр запрещал проносить там всякую еду, да? И мне наш друг Андрей написал: «Дэн, если бы этим Густавом был бы ты, это было бы топ». Уважаемый А4, если вам надо роль какую-то сыграть, где кого-то не пропускает человек с усами в кинотеатр, или вам нужно заменить на секундочку клоуна, или вы ищете нового клоуна, а старый клоун злится на это, я готов. Абсолютно бесплатно. Просто давай. Для меня будет счастье, что Василиса потом посмотрит и скажет: «Это мой папа рядом с Владом». Вася, ты хотел бы, чтобы папа снялся вместе с Владом А4 в ролике? Да. Смотрел бы его? Нет.
Сейчас покажу вам результат. Алиса, поставь музыку, а Влад бумага. Алло. Курьер. Ой. Класс. Я сейчас я его не смогу встретить. Или как я его встречу-то? Ты встречать будешь. Ого, ничего себе, открыла. У меня, знаешь, что в WhatsApp сообщение от Баленсиаги. Баленсиаг написал. Вообще все вовремя. Курьер приехал, Баленсиаг написал. И как раз я в лучшей своей форме сейчас, конечно же. Давайте. А еще кто-то написал, знаете, когда я про выгорание написал? Написали, ты стал не уставший, ты стал нудный. Да, оставьте, пожалуйста, просто у двери. Спасибо большое. Что? Ну, я уже стал оставить у двери. Можно я это, смою, а потом будем ногти красить? Нет. А зачем мне в этом-то сидеть? Нет. Я вообще не понимаю, что происходит. Мы с тобой договорились, что ты мне покрасишь ногти на ногах. Почему это все произошло вот так, как сейчас происходит? Мне предложили... Сидечка. У Баленсиаги вышла новая коллекция, мне предложили приехать... Сидечка. У Баленсиаги вышла новая коллекция, мне предложили приехать в Дубай и купить ее. Ну, выезжаю. Сидечки. Давайте. Выезжаю. На визовом контроле как раз я сейчас совпаду максимально с фотографией. Прикиньте, эту вазу. Вообще, просто. А кто не пудышки? Девушку зовут Лиза. А, я как-то увидел ее. Подумал, вау, я такого еще нигде не видел. Ну, это очень круто. Типа, это смотрится как реально как просто пакетик. А это вазочка. Какая крутая ваза! Держи. Блин, тяжелая. Прикол. Хотела прийти на веревочке взять. Да. Офигеть. Я не знаю, вроде нельзя. Я просто никнейм напишу. А вы знаете, где, если что, посмотреть. Спасибо большое. Спасибо большое, Лиза, очень круто. Это ваза. Ой, я еще не сразу нашел в пакете, там внутри мой любимый Марджелло. Смотрите, какая маленькая сумочка Марджелло, да. Это для свечек, Васюль, для свечи. Подсвечник такой. Смотрите, обалдеть, вообще просто. Лиза Букина. А, вот эта штука тоже стеклянная, ну, какая-то она такая же керамическая. Так, ну а пока мы ждем гостей, мы пришли в наш любимый Флёр пообедать. Это есть дядя. Да, у Васи ее любимый герой, официант, и сегодня, видимо, не работает. Кстати, мы даже имя его не знаем. А? Мы даже имя его не знаем. Давайте спросим у девчонок, они сейчас будут нам приносить еду, и мы спросим. Он работает просто периодически. Вот, видите? Мы нашли самый жесткий шлагбаум. Мы не работаем сначала. Такой шлагбаум не пропустит никого, да, Василис? Вообще через него не проскочить. Ни одна машина, ни один человек не пройдет вообще ничто. Вот так вот. Раз. Раз. Ничего, у него просто есть. У него есть просто функция угрожать. Не, он знаете, на что реагирует? На что он реагирует? Он реагирует, чтобы он говорит, сними оливчик, чтобы я смотрел у тебя. Я бы снял. Так, Лене принесли ее розбив. Смотрите, как ее поддать вообще на камнях. Очень красиво. А вот тут, кстати, добывают вот эти камни специально. Вот видите, кто-то тоже заказал розбив, там сейчас выпиливают это, выбивают камень. Салат. А у нас эти пасты. Давай играй. Друзья, еще раз очень советую зайти. Реально треснул телефон. Фака, маза фака, у меня треснул телефон. В Москве сегодня просто Дубай. 34. Будь здорова. Все, встречай гостей. Привет. Ой, Петька. Петька. Привет, Васька. Ой, все. Давай, ну, ты не ожидала? Стесняюсь. Так, все, Василиса освоилась. Ты готова нарисовать, ребят? Давай. Не, не шевелись, она же потом допустит какую-то ошибку. Вот, чтобы
тени все передать. Я реально не знаю, кто это? Алина? Так, а Бруно потом нарисуешь? И там идет другая. Так, вполне, мне кажется, да? Это кто? Это Алина. Ты не узнаешь? В смысле, говорит, кто? Сразу же понятно, это... Так, а я же позировал. Не. Ну не, похоже. Так вот, если еще сбоку посмотреть. Теперь Бруно нарисуем? Да. Вау. Профессионал. Мать, я кружку. Кружку забыла. Сейчас, секундочку, маленькие правки. Извините, пожалуйста. Похож? Ну. Чашка есть? Я говорю, как будто сфоткала вообще. Ой, кепочка есть. Все вообще, как надо. Вообще. Сумку забыла. Сумочку. Да, действительно. Думаю, чего не хватает? Брови, царапины на щеке, сумку. И самое важное, отрисовали кокулю под стулом. Вау! Да ты пробила! Смотри, внизу-ка! Реально кокуля есть на пятке! Вау! Талант! Небольшое интервью. Рад был видеть, ребят? Ну все, новый вообще. Новый брелочек. Вообще, да, кстати, вот подарил брелок. Брелок вообще топовый. Не, ну у меня тоже есть брелки, смотрите. Вау! Вот это да! Вау! Ну, Васька просто надарила. Когда поеду в Петербург. В Петербург, и я тебе сделаю коняшку. Че, ты мальчиков стесняешься? Ну давай, Петя. Все, давай, Васька. Жду тебя в гости. Ой-ой-ой. Все. Давай. Все, зайка, давай. Пока-пока. Красиво. Здравствуйте. Чувствуете, это как будто какая-то испорченная школа, где школа, где вино наливают. Они не представляются красивыми, но ситуация изменилась, и сегодня немного Молдова есть. Понятно, что сейчас все нынешние. О, можно вопрос задать? О, конечно. Теперь можете набрать даже про сумму. А сколько вот самая дорогая бутылка, которую вы пробовали вина? На самом деле есть самая дорогая бутылка вина, но это, конечно, Романа Коньки. Мне один раз в жизни посчастливилось попробовать это вино, но в целом это самое дорогое в мире вино. Там сейчас, правда, стоимость порядка 20 тысяч евро за бутылку. Если бы вам не сказали, что это за вино, которое 20 тысяч долларов стоило, вы бы поняли, что это что-то невероятное? Когда мы говорим про несколько тысяч долларов за бутылку вина, понятно, что там уже речь не про вино. Это уже... Это продукт, который переходит в раздел произведения искусства. Мы всю дегустацию со всех стаканов сливали все в одно ведро. Вот что получилось. И Андрей сказал, что за 10 тысяч рублей он готов выпить полстакана. Да, за 15 с радостью. Можешь сюда попить? Да, давайте еще полностью голый. Итак, за 10 тысяч. Давай. Ты как будто какое-то соревнование выиграл вообще. Так, губы прикоснулись. Бренди. Он не принес. Похоже на дешевое вино. Так оно так и делается. Хочешь, да? Смешивать все правильно. В каком смысле? Остатки, знаешь, когда в ресторане остаются. Запах сена. Все, все, Федька разорался. Девушка после дегустации у тебя изображена на футболке. Да? Это я сегодня. Это я сегодня вечером. Жалко, пляжа нет. Кальян будет? Что? Кальян будет? Курить, кальян. Будет? Будет. Катя Ляля вырезала, я когда тебе на день рождения видео снимал, я сказал, Дэн, чтобы замедлить твою старость, мы нажмем на паузу. И I love you so. Помнишь? Из Мене. Чтобы только ты понял. Блин, ты в Мене разбираешься больше, чем я. Я Егорь говорю, я в Мене лучше всех разбираюсь. Он говорит, а я в что зашел? А ты знаешь, что у них был еще один персонаж? Они спорили, кто конечно, больше фанат. Конечно, мне всегда так. Да? Да. Параллельно, если мы... Параллельно мы с... Пока он спорил, кто больше фанат, мы переписывались, кто больше разлученный брат-близнец Егориков. В Телеграме мы переписывались. Андрей там уже пьяный. Он просто... У меня ощущение, что нас разлучили. Я говорю, и меня разлучили с ним. И мы такие... Вась, ты мафия? Вот так надо играть. Да. Профессионально. И это блеф, ребята, 100%. Ну что, давайте город давайте, засыпает. Давайте. Мне, конечно, надо зацепиться за фразу «интересный поворот». Да. Скорее всего, да, это... Да. А потом да, сказать... Я думаю, потому что это... они парочка. А можно я больше не буду ведущим никогда? Так, чтобы я врач, но врачи не дали сегодня проснуться.
Ну, наступает утро в славном Минске. Неожиданно, вообще неожиданно. Я не могу это смешно. Все остались в игре, как так? Пьямбруна. Что значит пьямбруна? Я не шарю. Это я, привет. Это твой никнейм? Да. Вильям Бруно? Да. Андрей, ну ты серьезно? Ты что, не смотришь? Ну ролики про бомбочки для ванны, ну ты че? Ну, Андрей подкачал. Я знаете кто? Среди его окружения хорошо знает. Я Борис. Либо Лена. Просто запутались, мы не можем понять, кто мафия. Мы уже... Андрей постоянно обвиняет меня, но уже вторую ночь в кого-то стреляют, и доктор кого-то лечит. Ты можешь камеру сказать, я не мафия, и подписчики нажмут на паузу и напишут. Друзья, давайте, вы знаете, вы сейчас нажмете на паузу и напишите, кто, по вашему мнению, мафия. Потому что, понимаю, вы не присутствуете здесь, но... скажи, ты мафия? А? Я не мафия, ты мафия. Ну, не знаю, я не уверен, что ты мафия, но ты меня обвиняешь больше всех. Первую карту открыли, ребята в итоге проголосовали 3 против меня. Андрей больше всех настаивал на том, чтобы мою карту, и посмотрите, что он. Он угадал, что я мафия. Блин! Теперь я не думаю, что я мафия! Не, подождите, у меня же последнее слово. У меня же последнее слово. Я могу сказать последнее слово? Давай, да. Егор вторая мафия. Я пошел за едой. Важный момент. Да есть такой. Егор каждый раунд придумывает против кого-то пить. Берем... Много чего сказать, и мне кажется, что в начале, когда Яна сказала, что интересная композиция вот получилась, мафиозников, все-таки я продолжаю считать, что, несмотря на то, что я мертвый, мое мнение продолжает жить, мне кажется, что Денис и Лена... мафиозники. Итак, мы едим, и скажешь, что это Лена мафия вторая. А ты? Мафия. Нет! Ты подумаешь, что я мафия, все иду. Слушай, Андрей. А какой у тебя самый запоминающийся скетч был из РД? Спасибо за вопрос. Если ты вдруг не понял. А про военкомат? О, я обожаю. А так, где про... Где? Дудку, куда в жопу дули соломинку, чтобы... С крыльями. Да. Отрезал палец, пранк, что по айфону. О, хороший у тебя выбор. Это тоже моя любимая. Вообще круто. А у тебя что-нибудь запомнилось тебе? Ну, мне тоже нравится про военкомат. Да. Так, ну не а также мне нравится, если... Я не знаю почему, но я выпал жестко, когда играли в крокодила. И в самом начале. Да. И там шоколадка. Какая нахрен шоколадка? Да. Четвертый, вот он прям вне очереди. Я не знаю, прогонь. Я не знаю, там Дэн очень смешно отыграл. Да, погибни. Люся там еще. О, Люся, привет тебе. Вообще супер звезда. Блин. Ты хоть что-нибудь знаешь из скетчей из РД? Я смотрел все, но я ничего не запоминаю. Заставку подходит. Какая кофта красивая, что за кофта? Этот. Лепкость. Очень рад были. Очень круто. Сандрюха, давай пока. Ой, обнимашка, Вась. Блин, это ты? Я думаю, это Артур нечаянно включил. Все уснули, мафия такая скучная была. Это главная мафия. Когда заказал пельмени, но не дождался. В клубе. Все, друзья, всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Все, давайте, пока.